Меня зовут Елена Осипова. Родилась я в одном из самых красивых мест в Республике Алтай в селе Турачак. Запечатленное, прочувствованное, дорогое, все, что меня окружало, навсегда осталось в моем сердце и легло в основу моего творчества. Это заснеженные домики, весенние проталинки, летнее разнотравье, таежное зверье. Вот темы многих моих работ. Большинство моих живописных работ может разместиться у вас на ладошке. А значит, по современным определениям, такие произведения можно назвать миниатюрой. Холстом для некоторых моих работ очень часто становятся обычные речные камни. Конечно, по форме выбираются более правильные, но даже они несут в себе уже заложенную композиционную форму и очень часто предопределяют сюжет работы. В последнее время я часто обращаюсь к станковым формам. Я перешла от акварели на масляную живопись, но при работе с ней я сохранила технику, которую наработала в миниатюре. Переход на масляную живопись был своего рода новым этапом в моем творчестве. Я понимала, что переходя от акварели, для меня открывался совершенно новый мир, который еще мной был не постигнут. Я помню первые свои масляные работы, которые были выполнены большими мазками. В ходе написания тех картин я понимала, что все-таки для меня ближе моему сердцу именно та прорисовка, та четкость и та детализированность, которая свойственна именно для работ в миниатюре. Эта техника привела меня и в декоративно-прикладное искусство. Уже на протяжении очень долгого времени я делаю ювелирные украшения из полимерной глины. Техники филигрань. Сейчас я хочу представить вашему вниманию миниатюру под названием «Поздняя осень». Данная миниатюра имеет размеры 6,5 на 8 см. Перед началом написания данной миниатюры камень был прогрунтован гуашью, сам рисунок был выполнен акварелью, после чего все было закреплено защитным лаком. Всем участникам данного конкурса я желаю больших творческих успехов и вдохновения. Всем удачи!